Четвертый международный фестиваль народно-инструментального искусства «Южная Пальмира», об открытии которого на конференции торжественно объявил наш ректор, академик-профессор Александр Викторович Сокол. Я передаю его как бы слова по трансляции, поскольку сейчас он очень занят в Ротенбове палате в Шанте. Он объявил его сегодня в 14.00 открытым. Вы были готовы свидетелями. Фестиваль набирает обороты. И дальше эта динамика будет раскручиваться все более и более. К истории фестиваля. Четвертый фестиваль, до него было три фестиваля. Эти фестивали, как правило, приурочивались крупным датам. 50-летию кафедры, 90-летию консерватории, 60-летию кафедры в 2009 году в тяжелейших метеоусловиях мы заканчивали. Александр Леонидович выводил оркестр под снегопадом. Это было 16 декабря 2009 года, кто помнит. Но мы все смогли, все преодолели. И вот, наконец, подошла века, столетие нашей прославленной консерватории, которая, кстати говоря, вошла или в тройку, или в четверку в истории консерватории Царской России наряду с Саратовской консерваторией имени Собинова. И я сейчас хочу предоставить слово нашему выпускнику, дорогому Владимиру Грачеву, который очень далеко ехали и сегодня доехали, заслуженному артисту Башкортостана, профессору Саратовской консерватории имени Собинова. Мне хочется сказать огромное спасибо, что вот так получилось все-таки приехать наконец-то в
собесы с бояром, хотя, конечно, вот в таком состоянии, как я сейчас, лучше мы с бояром не греша. Как-то лучше не снаряд, потому что, честно скажу, вот все лето просидел за компьютером, работает программа сидельниц и так далее. Ну ладно, не буду жаловаться, что получится, получится. Я думаю, что кроме меня все остальные умеют, поэтому я не буду участвовать в этом фестивале. Так что огромное спасибо устроителям, спасибо консерватории, спасибо кафедре. К большому сожалению, кроме моих друзей моего возраста, я только родного и знакомого Виктора Петровича Власова вижу. Очень радостно. Жалко, знаю, что нет моего преподавателя Василия Михайловича и многих-многих других, всех наших дирижеров и Касьянов, и Секретинеров. Да, много-много, которых уже нет с нами, но, к сожалению. И так что, дай Бог всем здравствующим здоровья, особенно, чтобы мысль творческая еще долгие-долгие годы вас посещала, чтобы они еще долго-долго